Здравствуйте, друзья. Вы видите Семена, который изучает документацию. Семен, у нас пламбер. Как бы вы по-русски сказали пламбер? Сантехник. Сантехник, вот. Семен сантехник. Значит, всем одесситам привет. Да. Семен, такой вопрос. Правда, что вот, допустим, если человек строителем работает, где-то там, Россия, Украина, Казахстан, и он приехал в США, то он, в общем-то, может без особых трудов найти работу. Это так или не так? Ну, сегодня да. То есть сегодня просто работы много? Да, сегодня много работы. Хорошо. Вот такой вопрос. Вот когда приезжает строитель оттуда, сюда, вот у него глаза на лоб вылезают от того, как тут строят. Или есть такое? Есть, потому что здесь абсолютно, я не знаю, уже 20, да. Я еще из Союза, значит, больше 20 лет, но по сравнению с тем, что тогда было, конечно, абсолютно другое. Мы сегодня там тоже так строят, я не знаю. Это вы еще из Одессы, там тепло, а представьте, люди из Сибири, там, где промерзают грунты. Ну, какая разница, глубина укладки только разница, и все. Если в Одессе было когда-то полметра трубы должны были лежать, да, то здесь надо, чтобы лежали 18 инчей. Ну, это примерно одно и то же. Ну, да. 19 инчей – это полметра. Да. Так что это в этом… Так в Сибири был метр. Угу. Это был… Вот раф-пламбинг. Нам сказали, что надо сделать раф-пламбинг, после чего может прийти инспекция и принимать вот этот этап. Вот я покажу ребятам, что у нас тут. Вот, вот этот этап, вот этот, можно будет принимать. Что включает в себя раф-пламбинг? То есть вы должны проложить… Трубы под полом, ну, и в стенах, но под, опять же… Полом, то есть не копая. Вот вывести на улицу – это не ваше. Если не дальше, чем 5 feet от property line, да, то это наше. Понял. Хорошо, то есть по территории прокопать тоже, да, ваше? Копать нет, а подкладывать трубы – да. То есть придут ребята от генерального контрактора, да, они будут прокопают, копать? Да, а мы должны положить трубу. Это все сегодня? Нет, это сегодня. Сегодня будет только то, что под полом. То, что, для того, чтобы они могли закрыть пол и начать устанавливать стены. Хорошо. А это одни и те же люди занимаются вот тем, что вы сейчас перечислили, и потом уже устанавливать все эти души, ванны? Плотники, да, это отдельно, а такие, которые копают, это разнорабочие, это… Но именно сантехника, ведь надо поставить ванну, надо поставить, да, душ, надо, да, поставить, да, там джакузи. Все, что касается сантехники, это вот трубы, установка финишных фикчерс, когда-то говорили у нас посуды, так, вот это вот установка, это унитазы, все, ванны, смесители. Это все пламбер делает? Да. То есть просто вы сейчас первый раз вы пришли… Вы занимаетесь раф-пламбинг, а потом вы придете и будете доустанавливать. Да, да, потом финишем, да. Ладно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.